Да, всем, кто меня не знает, разрешите представиться. Меня зовут Кононова Аня. Мы работаем вдвоем с мужем. 26 ноября у нас будет уже 3 года, как мы сотрудничаем. Леночка, как мы уже сотрудничаем с компанией Faberlic, и мы находимся в открытом звании международных директоров. Давным-давно уже подтвердили старших национальных и получили премию в 1 250 000, да, то есть 1000 рублей. И, конечно же, хочется сказать вам всем, что это просто отличное начало, отличный старт в бизнесе, да, то есть недавно мы провели курс от А до Я, да, кому помог этот курс, пожалуйста, я вас очень прошу мне отписаться, нашли ли вы что-то для себя новое, еще что-то, да, то есть что вы для себя взяли, я думаю, что все уже успели просмотреть, потому что доступ был по ссылочке, да, то есть доступ был закрыт для общего ведения, и просмотров 600-700 каждое видео практически набрало, значит, все-таки вы обучаетесь, значит, все-таки я обучаю свою команду, а не только, а не весь интернет, да, вот. Ага, отлично. А у кого что-то не видно, не слышно, нажимаем F5, перезаходим, и все будет хорошо. Вебинар идет в обычном режиме, я ничего не меняла, единственное, что надо ехать за новой камерой, все, да, то есть я у вас сегодня без камеры по тех моментам. Ну что ж, можно потом видео, которое было в начале вебинара. Так, я вам сейчас скажу, где оно у меня. Так, 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 популярное, так, как легко, ролики от компании Faberlic. Я вам сейчас скидываю плейлист на ролики от компании Faberlic. Их все можно скачать себе на компьютер, переименовать и выгрузить на канал YouTube. Всем, кто хочет стать драгоценными директорами, в принципе, это обязательное задание. Кто хочет стать простыми директорами, этого можно не делать. Но абсолютно все ролики, если вы их переименуете, вашему каналу принесут дополнительные просмотры и продвинут вас их вверх. Да, этими роликами можно делиться в соцсетях, да, то есть и они помогут вам рекрутировать и поднять рейтинг компании в целом. Это не плейлист. А что же это? Ролики от компании Faberlic. Ну, давайте так посмотрим тогда. Так, Ctrl-C, так, Ctrl-V. Да, ну, пожалуйста, тогда вот так. Вот так. Так будет удобнее. Да, обязательно наполняйте свои ютубчики. Это с моего YouTube-канала, скачивайте на свои YouTube-каналы. Самое главное – переименовать видео до того, как оно пойдет на выгрузку у вас. Да, то есть это строгое правило для того, чтобы ваш YouTube-канал жил годами и не заблокировался. Поставьте плюсики и минусики. Так лучше? Все, отлично, отлично. Ну что ж, все мы с вами знаем, что до конца каталога у нас с вами осталось совсем немножко. Каталог действует до 17 сентября. Хочу с вами поделиться тем, что я заказала новую парфюмерную водичку. Этот кисленький, насыщенный, искристый аромат мне по душе. Он мне понравился. Вот, так как у меня парфюмерных вот очень много, то я их могу и на себя наносить, и дома классный аромат, да, делать, да, что в квартире вкусно пахло, ну и так далее, да, вот, тоже заказала, да, Наташ, мне понравился такой кисленький искристый ароматик, да, то есть вот, пионы я, конечно, почувствовала не так отчетливо, но вот смородинка в конце, да, меня прям порадовала, зацепила, и, конечно же, этот новый каталог, он тоже крутой, потому что у нас с вами очень дорогой подарок. Да, это нормально, я сегодня без видео. Дорогие коллеги, надо ехать за новой камерой, а на улице дождь, и мы, ну, не поехали. Зона комфорта, что ли? Да, простите меня, но, наверное, уже у нас зона комфорта, да? Вот. Ну, конечно, поедем в торговый центр, обязательно зайдем за камерой, купим. Самое главное, микрофон не сломался, уже хорошо. Вот.
А далее, значит, да-да, вот она, злая зона комфорта. Да, и, конечно же, те, кто изучил эту акцию, очень хорошо активируются в этом каталоге, потому что за такой дешевый заказ новичок, ваш новичок получает полноценную парфюмерную воду в следующем периоде, 50 мл, причем она очень классно, вкусно пахнет, Beauty Cafe Caprice, она идет 60 мл, да, то есть артикул у нее 30-15, ее просто так заказывают, она уже вышла в лидеры продаж, потому что аромат универсальный, да, то есть и она реально такая очень даже игристая водичка, вот. Большинство блогеров о ней отзываются очень хорошо. Я не любитель сладкого, я очень сильный не любитель сладкого. Вы все знаете, что я люблю Пуртужур, вы все знаете, что я люблю Платинум от Ренаты Литвиновой. Вы все, наверное, знаете из моих видеообзоров, что мне очень понравился новый аромат Бергамот. Да, то есть я его тоже очень хвалила. Я люблю вот такие вот ноты, да, древесные, там, вот свежие, вот. Но вот это вот бьюти кафе Каприз, вы знаете, у нас был день рождения, да, и я у дочки, у подруги, я сказала, Пуртужур, да, ну вот, Вика, у нас, значит, с тобой ароматы совпадают, и я заказала также 2 плюс 1, да, одна у меня стоит дома, версия открытая, а две, я как бы еще одна осталась, и одну я подарила в подарок подруге у дочери. Так вот, ей заказали 4 парфюмерных воды через 2 дня этих. Да, вы должны понимать, насколько этот аромат универсальный. Заказали девочки ее, да, уже не одноклассницы, а девочки, с которыми она ранее училась. Сейчас Катюша у меня поступила в колледж на фото-видеографа после 9 класса. Да, и тут, конечно, самое классное, что заказывают и молодежь, и мамы этой молодежи тоже заказывают, да, то есть вы должны сейчас понимать, что получить в подарок такой дорогой парфюм, а всего лишь за то, что вы не в магазине, да, купили порошок, средство для мытья посуды и шампунь, а и платьишко, да, к примеру, вот, от мамы балдеж, да, но маму, к сожалению, вот вы не поверите, я ее до сих пор не добралась попробовать. Вот хоть смейтесь, хоть не смейтесь надо мной. Я так и не добралась ее попробовать. Но я часто слышу, что ее хвалят, эту Фаберлик маму. Хочу заказать, но вот не знаю, у меня парфюмерная полка просто ломится. Вот. Beauty Cafe Caprice, она, конечно же, идет с кислинкой, но вот вы знаете, меня спрашивали про стойкость. Я, конечно же, после душа на ночь нанесла эту парфюмерную водичку на шею и на зону пульса на руке. К утру аромат практически выветрился, и я почувствовала только сладость. Да, то есть кислинки, аромата кислинки не было. То есть аромат продержался около 9 часов, и я чувствовала, как от подушки пахнет Beauty Cafe Caprice, но привкуса кислинки не было. Осталась только такая легкая, приятная, такая, не знаю, благородная сладость, да, без свежести. Вот, поэтому мы с вами знаем, что в распечатках под закрытие периода в распечатках по личной группе у вас есть люди, у которых в графе дата последнего заказа, запишите это себе обязательно и проделайте это, в графе дата последнего заказа пусто, вообще ничего не стоит. Если у них в графе дата последнего заказа ничего не стоит, это значит, что им положен такой подарок Beauty Cafe Caprice. Поставьте плюсики, все ли понятно, потому что это очень важно сейчас для вас, для вашего товарооборота, для ваших выплат. Распечатка по личной группе, в графе «Дата последнего заказа» ничего не стоит. Значит, этим людям положена парфюмерная водичка Beauty Cafe Caprice 60 мл. Вот, отлично, минусиков не вижу, это круто.
Поэтому мы с вами сейчас должны понимать, что она положена всем, новичок делает заказ. И, конечно же, обязательно для всех, у кого в графе пусто, вы должны объяснить, что они не только получают 20% скидку, да, они еще и в следующем периоде получают Beauty Cafe Caprice, плюс они получают минимально 1-2 подарка еще по программе Faberlic Club. Так ведь? Ну и плюс, конечно, компания любит подкидывать пробники. Пробники в заказ, да, то есть тоже они могут что-то еще дополнительно попробовать, да. Плюс еще есть подарки в каталоге, которые они могут получить сразу в первом заказе. Что в этом каталоге дарится? Вопрос на засыпку. Что дарится в этом каталоге? Именно людям, которые смотрят каталог, пролистывают и делают первый заказ. Какие есть подарки? Кто-нибудь мне ответит? То есть мы с вами должны доносить привилегии правильно до людей, и они должны понимать, что у нас круче, чем в магазине. И только вы можете донести до своих людей правила добавления акций по каталогу. Я сейчас вас немножко поупражняю и скину вам файлик, про который вы, скорее всего, уже забыли, потому что мы его посылали в начале каталога. Да, то есть дарится у нас с вами это саше шампуня или бальзама в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта Seven Care. Аромат 15 мл в подарок за 1 рубль при покупке парфюмерной воды Променад 50 мл. То есть новичок заказывает парфюмерную водичку Променад 50 мл, нажимает «Продолжить», и ему автоматом добавляется маленький Променад 15 мл. Да, то есть вот. И также у нас идет подарок сменная щеточка при покупке набора по уходу за кожей лица и пробник нового женского аромата при покупке декоративной косметики Skyline со страницы 5861. Да, вот это вот обязательно нужно говорить. Да, променад 15 мл. Молодцы, пробники. Вот, смотрите, этот файлик. Вам нужно иметь под рукой, потому что еще есть бонусы за покупку, которые нельзя добавлять из каталога, иначе они придут дорого. Да? Обязательно донесите своим новичкам, что бонусы за покупку добавляем на последнем шаге заказа в разделе промо-акции под раздел акции каталога. Если они добавят из каталога бонусы за покупку, то они им придут очень дорого. Не будут возмущаться у вас, да? То есть обязательно будьте внимательны к первому заказу новичков, и тогда ваш новичок станет бизнес-партнером для вас, и вы дальше пойдете уверенно, да? Уверенно, уверенно, уверенно. Итак, давайте же с вами перейдем к такой новости, к очень интересной новости. Понятно. В разделе промо-акции у нас с вами, дорогие мои, будут продаваться билеты на онлайн-трансляцию. Онлайн-трансляцию мы также будем организовывать своими силами через YouTube-канал. Через YouTube-канал, да, и, конечно же, в своей мини-ассамблее. Но там, конечно, она будет с двух ракурсов всего лишь, с двух YouTube-каналов, Коля, Андрейка, меня, да. То есть, и, конечно же, что бы мне вам хотелось сказать, сейчас количество билетов не ограничено на истории непридуманные. Я вчера, мне посчастливилось на непридуманной истории купить 2 билета. Я буду там вживую присутствовать, там будет выступать наш Николай Андрейко. Вот, и также, конечно, хочется сказать вам, что мы вас очень ждем, хотя бы онлайн, хотя бы онлайн-трансляцию, и то уже будет здорово. Все ли знают, где купить билеты? Поставьте плюс-минус, Леночка, очень хорошо. Минусики есть, да? Минусики есть. Итак, рабочий стол запустить. А всем ли видно сейчас мою демонстрацию экрана? Значит, заходим в свой личный кабинет. Нажимаем «Войти». Если вам не видно, это будет доступно в записи. Да, то есть нажимаем «Войти».
И тут у вас будет оформить заказ. Да, оформить заказ. Нажимайте, и тут есть заказ услуг. В разделе заказа услуг вы можете выбрать, да, то есть так, обучение Денос, предоставление онлайн-трансляции на непридуманные истории и 20-летие компании Faberlic. То есть две онлайн-трансляции. Вы нажимаете купить, я купить нажимать не буду, я там буду вживую присутствовать, да, то есть вы можете нажать купить, и все. Главное, чтобы у вас на вашем счету были денежки. Проверьте перед этим, если у вас там 500 рублей. Вот, в принципе, все. Все очень даже просто. Так, всем ли все понятно, дорогие мои? Да, чтобы почта была подтверждена. А это обязательно. Кому не видно, будет запись доступна в... Так, минутку, потеряла, да? Кому не видно, да, запись будет доступна. Ну и, конечно же, дорогие коллеги, у нас с вами начался сезон. Я опять-таки с замиранием сердца смотрю на вещи, которые когда-то нам казались сложными, когда-то нам казались непреодолимыми летом, да. Но вы знаете, летом открывается огромное количество новых званий, и сейчас уже сезон, и мы начали пожинать труды. Плодов, да, плоды трудов летом, простите, пожалуйста, да. И, конечно, каталоги номер 12 2017 года уже похожи на то, что сезон открыт, сезон начался. И сейчас, конечно же, каждый пропущенный день без рекрутинга – это минус в ваш рост. Почему? Потому что все, детей в школу отправили, в разные страны мира, кому нужно отдохнуть, съездили, да, картошку выкопали, да, и сейчас, конечно же, люди начинают уже отдыхать, да, банок накатали, вот, и начался реально сезон роста, вот, и итоги, конечно же, 12-го периода были ошеломительные, прирост в прошлом периоде был 11 тысяч баллов, прирост в этом периоде, да, а еще до сих пор катают, да, ну пусть катает, молодежь-то уже не катает, прирост за каталог – это 21 тысяча баллов. Нет, Костя, я банки не катаю, я хожу в магазин. Вот. Значит, прирост за каталог – 21 074 баллов. Эта сумма меня, конечно, впечатлила, и вы сами понимаете, почему, потому что это очень круто. Как вы видите, мы открыли, опять-таки, международного директора, начали его подтверждать. По итогам прошлого периода мы были международными директорами, старшими национальными директорами, да. То есть у нас за лето один директор все-таки умудрился свалиться, да, но сейчас этот директор снова открыл квалификацию директора и поехал дальше. Да, вот, значит, прирост по новичкам, да, то есть 2493 человека. Я думаю, что это довольно-таки впечатляющая сумма, потому что 2493 человека мы с вами делим на 21 день, и в команду Кононовых приходит 118 человек в день, да, то есть получается, мы с вами делаем половину прироста проектов Faberlic Онлайн в целом. Вот какие мы с вами молодцы, хотя нам всего лишь 2 с небольшим годика. Да, вы должны понимать, что эти результаты очень быстрые, да, вот. И, конечно, когда смотришь на эти цифры, понимаешь, что это наша дружная команда. Это потому, что вы верите в себя, в свой успех, у кого-то будущее, у кого-то уже пришедший успех, да. Мы понимаем, что мы с вами идем вместе, рука об руку, да, вот. И это очень ценно. Так. Прошу не обращать внимания, у меня опять сверлят сегодня. Вот. У нас с вами 2 новых директорских заявки в этом каталоге, да, в прошлом было 4, по-моему, да, директорских заявки у Кононовых, в этом 2, да, то есть каждый каталог от 2 до 4 директоров
у нас с вами открывается, сезон только начался, да? На проекте, как вы знаете, намного больше открылось директоров. И звук, и изображение есть, да? Ага, отлично. Значит, процент активности составляет каждый четвертый зарегистрированный делает заказ. Ну, чуть больше, чем каждый четвертый, но по идее каждый четвертый, да, 25% активности. Вот. Далее, о чем мне с вами хотелось поговорить, конечно же, 11 тысяч, ой, простите, не 11 тысяч, это в прошлом каталоге, 21 тысяча прироста дала о себе знать и дала нам новые с вами звания. И, конечно же, поедем с вами поздравлять наши новые звания. Сегодня, да, вот обратите внимание еще, да, я тут общепроектный, да, результат взяла, да, мы с вами делаем половину проекта и половину прироста проекта, да, как вы видите, вот, прирост к прошлому году у проекта Faberlic Online это 193%, да, то есть проект сам себя не в два раза, да, не в 50%, как бы, да, вырастил, а в 193%, так ведь? Нет, это не жуткий телефон. И смотрите, да, новичков за каталог на весь проект пришло 5675 человек, да. Мы с вами делаем практически половинку, да, от этого. 270 новичков за день приходит, да. И вы должны сейчас понимать, какую огромную работу, какой огромный вклад структура Кононовых делает в проект Faberlic Online. Да, то есть это, я считаю, что это крутые наши с вами результаты, которые можем только мы сделать, да, потому что мы, в принципе, помогаем друг другу в чатах и везде, и у нас с вами идет классная взаимовыручка. И все мы знаем, что если мы помогаем чему-то новичку, да, или чему-то лидеру, то потом и вашему лидеру помогут, да, то есть вот это вот взаимная поддержка. Ну, конечно, есть у нас на проекте люди, которые любят, чтобы только им помогали, а сами не особо помогают. Ну и жизнь, конечно, им вернет не так много, как тем, кто помогает. Итак, по структуре у нас на всем проекте скоро будет 70 тысяч человек. Это же целый город, вы представляете? Целый международный город. Вот, поэтому это круто. Да, итак, наши новички по открытым новым званиям. Так, значит, Светочка Глушко. Ну, эта девушка меня поразила тем, что она, с одной стороны, она маленькая и хрупкая. С другой стороны, в ее глазах видно вот эту вот силу, целеустремленность, да. И вот вы знаете, иногда даже большие, да, люди, ну, по объемам, да, по физическим, иногда даже большие люди не бывают, да, так целеустремлены, как эта маленькая миниатюрная девушка, да. Светочка пришла к нам летом, ей достался самый трудный результат, но за три летних периода, за три летних каталога она сделала структуру более чем 1000 баллов, она скоро уже выйдет на 15%. Причем ее результат полноценный. Мы не успели толком Свете помочь, как она быстро выросла. Да, и, конечно, мы недавно общались с девушкой, и она сказала, что ее наставница ей как бы на меня пожаловалась, что она не понимает, почему под нее, под 19-процентного лидера, да, это совершенно другая веточка, да, перестали проводить регистрации, почему она теперь сама должна идти дальше, обещали довести до директорства, да. Так вот, вы знаете, Светлана Глушко вообще сказала, под меня можно не регистрировать, я вырасту сама, ты мне главное давай информацию, ты меня главное направляй. Все, понимаете? И вот это вот великолепная девчонка, да, мы с ней встречались в Москве, мы с ней, да, очень классно поболтали, открытая, добрая, целеустремленная, и я вижу по ней, что она пойдет далеко, потому что она просто умница, причем в ее структуре с самого начала завелся такой нехороший жук, который, да, то есть мы туда проводили сколько-то, да, регистрации, все равно мы поначалу старались помочь, да, она сама регистрировала, Ирина Менчикова, ее наставница, проводила туда регистрации. Вы знаете, так получилось, что одна женщина, причем это наша была вина,
начала переманивать всех в какую-то пирамиду, да, то есть, ну, туда, где нет товара, да, то есть, вот. И Света, она не растерялась, она сделала запись, выслала мне, я выслала в обратную связь, и пирамидчицу удалили. То есть Света мало того, что росла в сложные времена, да, так еще и вычислила жука, и удалила, да, мы смогли удалить этого жука с ее команды, и она начала расти без преград. То есть вот такие преграды у нее на пути за эти три каталога получились, да, то есть я Свете зарегистрировала женщину, которая, ну вот, грубо говоря, вредничала и обзванивала юшник новичков, да, поэтому Светочку я, конечно же, очень люблю за ее целеустремленность, вот. Поэтому, конечно же, очень горжусь этим лидером, да. Также, конечно, длинная история у нас получилась с Олей Лапиной. Оля мне недавно написала, что она с 12 упала на 6%, буквально месяца 3 назад, и, может быть, уже даже 4, и мы с ней начали работать. Плечо к плечу, каждый день переписывались, Антон ей звонил, я ей звонила. То есть, понимаете, я до такой степени оценила то, что Оля не ушла там куда-то, не начала там что-то плохое компании Фаберлик говорить. Она написала мне и сказала: «Аня, я упала, в чем дело, почему у меня не получается?» И мы начали с Олечкой работать. Вы знаете, это оказалась такая сильная девушка, такой целеустремленный лидер. Мало того, что она легко поднялась после падения, и на самом деле не так-то и легко, как я сейчас говорю, да, потому что много сомнений было, да, как вы знаете, после падения вставать на ноги тяжело, но Оля дважды лидер в моих глазах, потому что она преодолела все препятствия, и любые свои сомнения она писала мне, а не закрывала в себе и не приумножала их, да, поэтому, Олечка, мы тебя поздравляем. Я приеду в январе в Казахстан, я тебя расцелую. Но пока вот, пока только так, пока на словах, пока через интернет. Елена Евпак тоже открыла у нас старшего лидера. Она сейчас участвует в закрытом конкурсе Кононовых, старается, работает. Все здорово, все классно. Проживает она в Санкт-Петербурге. Да, то есть, Леночка, поздравляем тебя, умница. Да, Дарья, значит, старший вице-директор Ирина Менщикова. Как вы помните, в прошлом периоде мы ее поздравляли с 15%, в позапрошлом периоде мы ее поздравляли с 12%. Что это значит? Это значит, какой лидер, такие у него люди в команде и находятся. Как вы понимаете, Ирина Менщикова как раз-таки наставница Светланы Глушко. И ее новички тоже становятся быстро топ-лидерами, потому что Ирина им показывает свой собственный пример. Да? Поэтому, конечно же, от вас, как от наставников, зависит, будут ли ваши новички расти и какой вы им пример подаете. Да? Какое качество регистратора, какое качество знаний вы несете вглубь. Насколько хорошо вы обучены. Боже ж ты мой, сильно слышно? Скажите, меня слышно, дорогие коллеги? Не сильно перебивает? Да, также хочется поздравить Светочку Шулакову. Светлана Шулакова пришла на проект и сразу делала отличные заказы, огромные заказы. Вот, и так получилось, что она уже вот успела открыть 19%, и она уже VIP 4 уровня, да, более 19 периодов подряд она делала заказы более 100 баллов. Первые ее заказы были по 200, по 300 баллов. И когда я смотрела на ее заказы, я просто очень сильно удивлялась, потому что, сами понимаете, да, если взять, допустим, средние 100 рублей балл, то это огромная сумма, так ведь? Вот. А Светочка, ты тут, да? Поэтому, Свет, мы тебя поздравляем с двойным достижением. Ты у нас VIP 4 уровня, ты у нас открыла старшего вице-директора 19%. Мы тебя ждем в совете директоров, мы тебя ждем с историей успеха на весь проект и будем очень-очень рады тебя принять в директорский совет.
Есть видео, как работать с отчетами? Есть? Есть видео? Конечно же, есть. Вот. Вот тут вот в разделе «Письма», я вам сейчас пошлю ссылочку, в разделе «Письма» вы найдете, как работать с отчетами и как сортировать людей. Вот, пожалуйста. Там по каждой акции отдельное видео создано, как вычислить тех, кто не забрал баллы по программе Фаберлик Клуб, и они у них сгорят, как новичку забрать первый подарок, как таких людей отсортировать, как оповестить структуру, у которых неоплаченные есть заказы, а у вас уже конец каталога. Понятно, если вы это будете делать в пятницу, то это супер. Если вы будете делать в воскресенье вечером, потому что у вас 10 баллов не хватило до нового уровня, то оно не сработает. Если начинать в пятницу, то есть за 3 дня до окончания каталога, вы можете сделать легко новый уровень, да? Ну что ж, Светочка, поздравляем тебя, дорогая, да, вот. И, конечно же, новый директор Дарья Сидорова, Россия, город Кострома, да, директора это у нас уже люди, которые делают 3000 баллов плюс-плюс-плюс, да, вот, и это, конечно же, круто. 3000 баллов набрать – это здорово. Дашенька, поздравляем тебя и обязательно ждем твою историю успеха. Вот. Также хочу поздравить свою дочь, но хочется сказать, что, конечно же, с ее структурой работаю непосредственно я, она только помогает мне рекрутировать. Да, то есть она садится, у нее уже привычка час-полтора в день сидеть, рекрутировать. Конечно, ручки молодые, глазки хорошо видят, она очень мобильная, она еще да, молодая, свежая, не психованная, энергетика у нее чистая, да, то есть она понимает, что ее дело найти и отдать мне человека. Да, то есть мы таким вот образом с ней. Также Катюша мне помогает снимать видеообзоры. Кто видел Катюшку, поставьте плюсики. Да, то есть стараемся, снимаем для вас, чтобы, да, было интересно, вот, и, в принципе, вот таким вот образом Катюшка мне помогает. Вот, я думаю, что через 1.5 года с ее ростом, да, с ее летним ростом, не знаю, как вот осенью, конечно же, к следующему году мне хочется, чтобы Катерина поехала с нами за границу за счет компании, это первое, и, конечно же, мне хочется, чтобы она в свои 18 лет спокойно сходила и купила квартиру. Поэтому ИП мы с ней пока не открываем, но я думаю, что она и на права сдаст, и машину купит, и квартиру купит, и вообще будет молодая, красивая, богатая девушка. Лишь бы она не ошиблась в выборе мужа. Вот. Далее, значит, у нас с вами есть закрытое звание, закрытое, подтвержденное, люди, которые получили бонусы. Это директор, 55 тысяч рублей, это получила Танюшка Гартингер, да, все мы знаем, что Танюшка осталась без своего наставника, царство ей небесное, да, и Танюшка не растерялась, мы с ней виделись в Белоруссии на форуме, она ко мне подошла, я ее, кстати, не узнала. Вот, Танюшку не узнала, да, и, конечно, мы здорово провели время, да. Да, в Новосибе мы ее видели. А я что, другое сказала, что ли? Я другой город назвала, да? Ну, прошу прощения. О, да, да вы что? Ну, это я уже просто заговорилась. Да, мы виделись с Танюшкой в Новосибирске. Я такая стою в очередь со своими консультантами. Вот, стою такая, переживаю, всем ли достанется билетов. Там была путаница с билетами. Таня ко мне подходит, говорит, Таня, привет. Я привет, и дальше стою в очередь. А потом-то до меня дошло, что это Таня Гартингер. Думаю, боже мой, как неудобно получилось. А я так была сконцентрирована на этой очереди, так переживала, что всем ли моим новичкам достанутся билеты. Вот. Как бы вот такой вот у нас казус получился с Танюшей. Вот. Далее, значит, золотой директор, бонус 165 тысяч рублей, это моя наставница в прошлом, да, то есть теперь мой золотой уже рубиновый лидер, да, то есть она уже успела открыть звание рубина, пока подтверждала золото, и скоро получит уже премию за рубина. То есть она звание открывает быстрее, чем успевает их подтверждать. И, конечно же, премии у нее за подтверждение званий чаще, чем раз в полгода, потому что она
растет прям семимильными шагами. Хотя, кто видел ее историю успеха, все знают, как тяжело и как сложно расти там, где нарушается кодекс компании, где очень сложно вообще людей убедить и рассказать про бизнес и так далее, и так далее. Но кто видел ее историю успеха, поставьте, пожалуйста, плюсики, потому что она очень хорошо провела, да, то есть добавить мне нечего, Раечка умница, мы с ней увидимся и в Доминикане, да, мы с Рая и VIP 4 уровня, да, более 19 периодов подряд делала заказ. С Раей мы увидимся в Доминикане, на ассамблее, на мини-ассамблее, да, то есть все, кто едут на мини-ассамблею и на ассамблею, будут иметь шанс познакомиться с драгоценным директором интернет-проекта Faberlic Online. Конечно, это наша гордость. Вот. Далее, значит, конечно же, дорогие мои, я всех поздравляю с подтвержденными званиями, с открытыми новыми званиями. Вы все молодцы, мы с вами все молодцы, и, конечно же, хорошо потрудились. 20 с лишним тысяч баллов прироста – это просто круто, да, это круто, это только начало сезона и уже такой рывок, да, как вы понимаете, это только наша дружная команда могла такое сделать. Да, одному кому-то такое не сделать. Это результат именно всего проекта, всей структуры. Да? Браво, дорогие коллеги! Бурные вам аплодисменты от меня. Низкий вам поклон за веру в себя, в проект и, конечно же, в компанию. И знаете, я вами очень горжусь, потому что я вижу людей, которые ходят на вебинары, которые активные в чате, которые добавляют очень часто новичков в чат. Я таких людей вижу, я таких людей замечаю, я таких людей всегда отмечаю. И вы понимаете, вот именно эти люди, которые активно рекрутируют, которые активно добавляют новичков в чаты, они и открывают новые звания, что очень-очень приятно. Итак, далее, значит, все мы с вами знаем, что у нас скоро на днях уже, да, будет новый сайт, идет наполнение, все уже, да, низкий поклон Валентине Веселовой, Валентиночка Афанасьевна, вы прям, я узнала, что вы делаете, Коля мне все рассказал, спасибо огромное, Валентина Афанасьевна сейчас делает из трех обучений одно. Да, то есть она взяла шаблон переписки Николая, она, Валентиночка, да, она взяла шаблон переписки Евгении Клочковой, да, все вы знаете, что это быстрорастущий директор, да, под Колей зарегистрирована девушка, да, тоже как бы она растет семимильными шагами, хотя ее ребеночек еще грудной, то есть она и беременная работала, и не жалела себя ни дня. У Жени теперь двое детей, и она подтвердила звание рубинового директора, и по итогам 12-го каталога она получила звание, премию за рубина, да, 220 тысяч русских рублей. Вот, и как бы она объединяет мое, Женина и Николая. Поэтому, Валентиночка, низкий вам поклон от всего нашего проекта, потому что мы знаем, что она, да, что Валентина составит все на высшем уровне, потому что именно шаблон переписки Валентина вместе с Олей Сазиевой вместе редактировали, да, то есть, и, конечно, низкий поклон таким лидерам, которые остаются в тени, и никто не знает, как они трудятся во благо проекта, и вот реально, если бы я сегодня это не сказала, никто бы, все бы даже, наверное, и подумали, что это мы там с Колей, да, нет, мы работаем дружной командой, просто не каждого труд виден, да, но, как вы видите, каждый директор нашего проекта очень старается и что-то в него вносит, вот, поэтому, Валентиночка, низкий поклон за то, что ты тратишь свое время, за то, что ты понимаешь, что ты тратишь свое время не только на свою команду, но и на весь проект. Поэтому спасибо, спасибо, спасибо. Тысячу спасибо. Да, и, конечно же, мы решили сделать для лидеров, забирающих ОС-консультантов, отдельную крутую тему. Мы хотели сделать это для VIP-консультантов, потом решили, что если вы делаете 50 баллов, то это достаточно. У вас на вашем лендинге открывается еще одна страничка с возможностью для редактирования. Туда можно будет ставить свои фото, видео, писать тексты и все, что вам, именно вам захочется. Да, вот.
Также учтены наши пожелания, ваши пожелания в серии рутинговых видео. На лендингах будут без имен, ссылок на YouTube. А как вы видите, когда вы кликаете на YouTube перейти, оно не переходится. Да, оно не переходится, все уже влито в сайт, и уже сколько ни тыщите, вы уже не попадете ни на чей канал YouTube. Да? Вот, поэтому уже лендингами можно начинать пользоваться, но пока на почту регистрации не приходят. Регистрация приходит в сайт, в сам сайт к вам, ваш ЛК. Давайте с вами сейчас эту тему разберем, прежде чем разыграться. Значит, я запускаю демонстрацию экрана, захожу в Фаберлик онлайн. Ой-ой-ой-ой. Я захожу на сайт, и тут, как вы видите, вот ваш личный лендинг. Да, вот ваш личный лендинг. И тут у вас будут заявки с форм. Да, то есть я проверила заявки с форм. Видите, заявки приходят отлично. То есть вот тут, в этом месте, вы можете каждый день, да, хоть несколько раз в день обновлять заявки с форм и смотреть. Всем ли все понятно? Звук нету, что ли? Так, сейчас на паузу. Так, да, то есть, чтобы, ну, так будет быстрее, я думаю, да, вот я захожу, и как бы лендинг со стороны, да, когда вы не заходите, вот выглядит таким вот ракурсом, да, то есть смотрим с вами, да, вот такая вот красота, да, сейчас у нас с вами новый лендинг. Ошибки еще исправляются, да, тут видите, как вы видите, немножечко пока я не то сделала, но я переправлю, да, то есть тут идет ссылочка именно уже на мой YouTube канал, я пока поставила такую ссылочку, но еще как бы поприбираюсь, буду исправлять. Ну вот, в принципе, и все, что я вам показала. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы, потому что я переживаю, если нету, пойдемте с вами все разыгрывать будем. Посты могут делать только те, у кого есть 50 баллов. По сайту будет отдельный раздел, будет, будет. Если пока нету, значит, что-то редактируют. Дождитесь, и оно будет у вас. Дождитесь, оно у вас будет. Доступ на посты идет автоматом. Значит, тогда дожидайтесь. Единственное, что я вам сейчас могу сказать, что лендингом можно пользоваться, где принимать регистрации, вы теперь знаете. Вот. И от 50 баллов вы можете редактировать сами свой блог. Даже если это сейчас пока недоступно, значит, там опять что-то переделывают. Да, да, это, конечно, то есть проверяйте, может быть, не сегодня, но завтра оно заработает, да? Угу, угу. Ну, у меня тоже 50 баллов всегда, но у меня немножечко другое, как вам даже сказать, у меня немножечко другой доступ, у меня доступ уже администратора. В смысле, где взять сайт? Сейчас мы сами получаем свой сайт. Ой, минутку. Сейчас мы сами получаем свой сайт, свой лендинг. То есть у директоров больше проблем нет. Создавать файлики, чтобы мы их выгружали, нас ждать, все. Просто нет проблем. Можете делать, ваши новички могут делать все сами. То есть они сначала заходят, вводят свой регистрационный номер и пароль Фаберлик онлайн. Да, они заходят, и им в течение получаса приходит сообщение на их почту, которая у них вбита и подтверждена в личном кабинете Фаберлик. Да, и номер директора обязательно. Спасибо большое, Оленька. Спасибо большое. Да-да-да. Вот, в принципе, и все.
Сейчас новички сами себе могут выдать лендинг. И, конечно же, самая классная фишка – это если человек… Самая классная фишка – это если человек не делает заказов, каталог, то на второй каталог его уже удаляют. Просто лендинг его стирается, ему лендинг не выдается. Ссылки становятся неактивными. Да, то есть мы это сделали для того, чтобы сайт был легче. Да? То есть вот это самое важное, вы должны понимать, что если ваши лидеры активны постоянно, да, то лендинг у них будет. Вот это будет автоматически системой обрезаться. Да, все. Я сама об этом узнала, Валентиночка, всего лишь 3 дня назад от Николая. Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Поэтому вы должны предупреждать своих людей, что ты получила, но если ты не сделал заказ, то автоматом, когда мы будем загружать обновление ежекаталожно, да, то есть это будет все происходить из структуры самого верхнего директора, это рубинового директора и основателя проекта Татьяны Сафроновой, да, то есть оно пойдет в глубину и бац, и новичку отрежут сайт. То есть когда она зальет? На второй, на восьмой день начала каталога, да, вот. Да, 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 оптимизирован, да, 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 вот, все. Ну что ж, поехали с вами дальше. Обещаю вам, что будет снято огромное количество видео, они уже начали сниматься, Колей, да, огромное количество будет проведено вебинаров через демонстрацию экрана. На все ваши вопросы мы полностью ответим, как только будет готов сайт. Да, то есть все, мы очень стараемся, да, и как вы знаете, стараемся не мы одни, но еще и директора, о которых вы даже не знали, что они тоже вместе с нами стараются, да. И Леночка Потанина классное видео отсняла, голос нашего проекта, и Валентина, и Оля Сузиева, да, все стараются. Итак, все, значит, поехали с вами дальше. Важные новости обсуждения по поездке в Москву. Значит, едет у нас с вами... Забыла, сколько человек. Сейчас скажу. Так, 98 минус 2, это получается 96 человек набралось. 96 человек набралось, и это, извините меня, круто. И в зал мы не вошли. Да, то есть в зал мы не вошли. И так получилось, что нам пришлось переезжать в другой зал. Ну, во-первых, у вас еще есть 2 дня, чтобы туда попасть, если вы хотите. Мы еще пока принимаем оплату. Мы оплату еще не перевели. Мы будем переводить оплату 11 числа. После 11 числа места мы уже не добавляем на нашу мини-ассамблею. Вот. Но до 10 числа включительно мы места держим. Да? Мы пока еще не вносим предоплату специально за... фуршет за банкет, потому что мы ждем. Ждем, потому что есть люди, у которых зарплата там 10 числа, и не ровно 10 нам будут переводить. Да? Пока что у нас будет огромное количество. Я думаю, будет, это будет круто. Я думаю, это будет весело. Скучать нам с вами не придется. Будет фото-видеограф, самый классный на свете ведущий Илюха Петров. Да, конечно же. И также будет видеограф проекта, это Илья Коновалов. Вот, он делает отличные ролики, суперские у него работы, будем его за это пиарить, подписывать, спасибо Илье, да. Дальше, значит, 29 сентября, Измайловское шоссе, 71, отель «Дельта», 3-й этаж. Да, то есть все, это мы с вами обсудили. Банкетный зал у нас с вами получился круиз на 150 персон. Банкетный зал, круиз на 150 персон у нас с вами получился, потому что в банкетный зал на 100 человек мы тихонько не вошли. А потому что банкетный зал на 100 человек, там будет тесновато нам, и мы с вами переезжаем. Да, вот какие сегодня у нас с вами новости. Вот, да что ж это такое, кто-то в двери звонит. Сейчас, секундочку, даже отключаться не буду, простите меня. Обязательно нужно присутствовать в чате мини-ассамблеи по поездке, потому что именно там мы будем с вами состыковываться, да, что, девочки, быстрее-быстрее, мы все собираемся, вы читаете на телефоне этот чат Telegram и торопитесь, да, куда-то. Если кто-то где-то потерялся, он также может...
нас найти именно в этом чате. Мы придем и заберем этого человека, потерявшегося, да, то есть всякое бывает в поездках, мы уже всего повидали, пока катаемся по городам, по странам. Поэтому быть в общем чате строго необходимо всем участникам для того, чтобы вы могли найтись, не потеряться, еще что-то. Не все влезли в дельту, да, то есть кто-то будет в гамме, кто-то будет в альфе. Альфа, дельта, гамма там, по-моему, да, еще бета есть. Вот, поэтому, конечно же... А я что, не то написала? 919, 101, 83, 89. Вроде бы я то и написала, Антоха. Да, то есть вот находите Антона, и все будет хорошо. Он вас всех добавит в чат Telegram. Не послала? Продублировал? Ну да, вообще-то. У Антона, значит, еще не дошло сообщение. Антоша, что-то у тебя с интернетом. Пошевели кабель. Ну что ж, если у нас те, кто едет на ассамблею, на мини-ассамблею, поставьте плюсики. Кто у нас едет? Побежим с вами дальше. Ох, супер! Ох, классно! Ну, Антох, ты и так едешь, мог бы и не ставить. Так, молодцы, молодцы. Олечка, круто, круто, круто. Кость, ты уже поставил? Нет, минусик можешь не ставить второй раз. Ага, ну все, отлично. Значит, не забываем, что важно внимательно заполнить и ответить на все вопросы в табличке. Если у вас появился уровень, если у вас появилось новое звание, зайти и переправить на новое звание, иначе кое-что будет у вас не получится. В общем, не буду ничего рассказывать, но готовится кое-что такое, то, что вам очень сильно понравится. Поэтому да, до 10 числа у всех есть возможность внести платежку, попасть в табличку, и будем очень рады вас видеть, очень-очень-очень рады. Тот, кто не заполнил табличку, не обижайтесь, потому что вас или не поздравят вообще, или поздравят, но с другим званием. Вот, итак, новый конкурс, да, то есть это последний, и пойдем с вами уже разыгрываться. 50 минут сидим, но я думаю, что информация важная. Мы с вами всего раз каталог видимся. Может быть, нам с вами внести традицию раз в недельку по субботам собираться. Как вы думаете? Светочка, с радостью приеду в Казахстан. Потому что новостей много, и мы с вами, ну, честно, не помещаемся в один вебинар, и у нас оно постоянно бывает 2 часа. Да? Вот. Ну что ж, отлично. Давайте поговорим с вами теперь новый конкурс. Ну, я думаю, в 4-5 часов вечера самое то, чтобы Казахстану поздно не было, да, и чтобы, да, ну, как бы люди успевали днем сделать свои дела. Угу. 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 Вот, итак, новый конкурс. Видео о результате за каталог. Новый конкурс будет называться «Мой рост». Откуда этот «Мой рост» созрел? Да, то есть смотрите, все директора проекта, которые начали развивать одновременно свой бренд, свой канал YouTube, свои группы, да, то есть это в обучении от А до Я, четвертый урок, четвертый вебинар, да, по-моему, или третий вебинар там был, да, те, кто начали крутить свой результат, то у них начали уже потихоньку появляться регистрации на авторекрутинге. А что такое авторекрутинг? Когда вы рекрутируете и активно рекрутируете, активно растите свою структуру, и у вас начинает получаться, да, у вас начинает быть виден результат, у вас повышаются ваши выплаты, да, за структуру, вы открываете ИП, кто-то открывает свой агентский пункт, да, кто-то еще что-то, да, какие-то у вас есть крупные покупки на деньги, заработанные от компании Faberlic. Вот я точно знаю, недавно Ольга Пенина купила крутой ноутбук за 120 тысяч, да, и очень довольна этой покупкой. Вот, да, то есть всякое, да, всякое бывает, да, то есть вот, к примеру,
как вам даже сказать, если я сейчас сниму свое видео, что я... 107, да, Оль? Ага, если я сниму свое видео, что я получаю там больше 400 тысяч в каталог и купила две квартиры за 2 года, конечно, меня куда подальше пошлют. Вот, а как бы вы можете свои результаты снимать, да, вы можете снимать, а о своих результатах я могу рассказывать только вам, моим дорогим консультантам, потому что вы уже верите, что это все реально, и самое главное трудиться и работать. Вот, также хочется вам сказать, что видео о результате за каталог будет разыгрываться опять-таки 5000 рублей между 5 участниками по 1000 на номер каждому. Все это будет разыграно также через генератор чисел. И главное требование к видео на конкурс – это представиться, да, прошить свое видео своими данными, да, то есть Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, что там еще Skype. Простите, оговорилась, да, номер своего телефона, да, то есть все такое прочее, да. То есть вы представляетесь, обязательно свои данные, потом, значит, рассказывайте, да, к примеру, как мое видео начинается, да, давайте, 3-4. Здравствуйте, с вами Анна Кононова и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И вы всегда видите мои данные на экране, да, пиар-данные, да, вот. Значит, и, конечно же, в этом видео я хочу с вами поделиться результатами по итогам, к примеру, 12-го периода 2017 года. Хочу похвалить отдельных звезд своей команде, которые открыли новое звание 3%. Хочу похвалить своих VIP-консультантам с новым VIP-стажем там или еще что-то, да, сколько баллов кто сделал. Также хочется поделиться со своей командой радостью, что у нас прошло там, допустим, 40-15 регистраций. Да, за каталог за 21 день, да, и этих людей привела не я, а моя команда уже, да, ну, то есть я вместе со своей командой, да, то есть на уровне директора или на уровне 3%, мы еще рекрутируем, еще рано уходить на пассив, да. Далее, значит, раскладываем, рассказываем про количество регистраций в вашу структуру, потом, значит, да, нам, у нас такой-то прирост, 1 балл, 40 баллов, 5000 баллов прирост, да, то есть вы все это рассказываете. Кстати, Олечка Пенина, ты на вебинаре, я очень прошу скинуть как пример твой отзыв, да, и если уж Оля нам предоставит ее результат, да, по итогам каталога, прошу Оле поставить лайки за то, что она, да, прямо сейчас, Олечка, вышли нам, да, девочки откроют, поставят на паузу, а после вебинара посмотрят. Видео должно быть, ну, примерно не больше 10 минут, желательно минут 5. Да, то есть, ну, это для вас намного лучше, да, далее, значит, хвалим VIP-консультантов, потом, значит, рассказываем про количество регистраций в вашу структуру, про балловый прирост, сколько он у вас есть, да, выкладываем на YouTube, если у вас прироста нет по сравнению с прошлым периодом, можете рассказывать, на каком вы сейчас процентном уровне, сколько баллов в вашей структуре и так далее, да, выкладываете все это дело на YouTube, желательно, если вы это все прошиваете видео, то, конечно, чтобы музыка была без слов и вас не перекрикивала, да, а то мне тут недавно выслали видео, а там Фаберлик, да так громко, что ничего не слышно, что говорит человек, снимающий видео. Я попросила переснять, на изюминку я этот ролик не взяла, потому что, ну, реально, человек показывает баночки под гимн Фаберлик, ну, это как бы перебор, да, вот, поэтому как бы давайте будем делать так, чтобы это видео приносило вам в первую очередь пользу, а не просто, чтобы на всякий случай выиграть денежку в конкурсе. То есть вы это делаете сейчас для себя. То есть этот новый конкурс говорит нам о том, что мы с вами учимся становиться видеографами, мы с вами учимся развивать свой личный бренд. Да, по итогам 13-го периода я уже буду вас собирать. Да, собирать вас на конкурс по итогам 13-го периода. Правда, не знаю, как я из Доминиканы вас разыграю, но если у меня не получится вас разыграть, я сниму видео. Я сниму видео, я вас все равно разыграю из Доминиканы как-нибудь. Или уже вы меня дождете 10 дней, я приеду и разыграемся с вами позже. Лучше всего, конечно, вживую через демонстрацию экрана разыгрываться, я считаю. Да, по итогам 12-го периода. Ой, сейчас какой у нас период-то?
13-й, простите. Да, сейчас у нас, по-моему, да, сейчас у нас 13-й, по итогам 13-го каталога. Да, вы, вот, пожалуйста, вам пример Ольги Пениной, да. Да, то есть вы, в первую очередь, вы, конечно, не выигрываете деньги, да, то есть деньги это так, это просто в подарочек за то, что у нас появляются новые видеографы на проекте. Конечно, вы начинаете пиарить свой результат, свой YouTube-канал. Этим видео вы можете делиться в соцсетях, да. А вы этим видео можете делиться в соцсетях, в своих группах, на YouTube-канале, людям, которые не верят в результат, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы начинаете свой активный марш-бросок в плане развития своего бренда. И, конечно же, тот, кто будет создавать 19 раз в год видео по приросту, я вам клянусь, что вы станете драгоценными директорами, если вы будете активно рекрутировать, будете ежекаталожно снимать свои результаты. Если ваши видео говорят о том, что... То есть, если вы видео Елены Потаниной скачали на свой канал, переименовали и этими видео рекрутируете, да, если вы все видео грузите, и, конечно же, если вы ведете планерки для своей команды, да, это с уровня 9%, желательно проводить планерки, и вы знаете, своей команде показаться не так уж и страшно, да, бывает. Конечно же, это все должно быть записано так же, как и изюминка голос. Вот, и, конечно, конкурс такой серьезный. И если все у нас с вами получится, мы увеличим призовой фонд, и большее количество участников будет получать денежку на свой номер. Да, то есть я желаю вам создать самый классный видео в результате за каталог. Да, то есть мой рост. Можете сейчас порепетироваться, да, то есть это не будет лишнее, если вы создадите, да, мой рост за 12-й период компании Faberlic на интернет-проекте Faberlic Online, да. Вот, пожалуйста, можете мне высылать свои ролики по этому случаю, да, и я вам скажу, что хватает, что нет. Да, то есть вот это простые правила, которые вы должны выкладывать. Ну, понятно, что если вы протараторите, то вы за 3 минуты справитесь. Но лучше бы, конечно, растянуть минут на 4, на 5 этот ролик. Да, это отличная идея, Валентиночка, для того, чтобы те, кто на самом деле серьезно настроен, он сейчас поймет, какой он сделает огромный прорыв, огромный шаг по созданию своего бренда, да. Вот, далее, розыгрыши со скринами мы сокращаем, а с каталога номер 13 мы будем разыгрывать между тремя участниками по 500 рублей, то есть 1500 рублей мы будем сокращать их, потому что, ну, 120 человек делится маловато. Директорам, моим любимым, дорогим директорам, выговор, что директора мало свои скрины. Я, по-моему, нашла всего 6 директоров. Я не верю, что вас их 6 у меня. Извините, конечно, но вас уже хотя бы даже взять только первой линии, вас 18. Поэтому очень прошу хотя бы 18 скринов выкладывать и показывать новичкам, да, то есть свои выплаты. Итак, сейчас я скопирую, да, вот. Новый, каждый каталог будет создаваться новый плейлист, не плейлист, а новый, да, альбом, розыгрыш по скринами, но мы убавили количество участников. Далее, значит, изюминку мы с вами оставляем, изюминка пошла хорошо, изюминка пошла идеально, количество участников стало увеличиваться, и еще я вам скажу, что несколько участников сказали, что когда они создавали видео на конкурс, они не совсем понимали, что они найдут несколько регистраций со своих видео, если у них более-менее раскрученные группы, да, то есть мне один из участников написала: Аня, твоя система начала работать, да, курс от А до Я, я создала все, как ты говорила, я начала делать, я не совсем поняла, но мне начали люди писать в личку,
То есть система, что вы создаете много страничек, рекрутируете, пиарите свой результат в группах и на Ютубе, поздравляете своих новичков в группах и на Ютубе, ведете свои планерки, снимаете какие-либо обучающие ролики, выгружаете ролики компании Faberlic, переименовываете, да, то есть чтобы у вас было много профессиональных роликов на вашем канале, вы это все помещаете в группу, то есть такой оборот, да, на роликах на Ютубе у вас ссылочки как раз-таки на ваши группы, на ваши брендовые странички, на ваш Skype, Telegram, Viber, WhatsApp и так далее. Да, то есть вот этот вот круговорот взаимный, да, вот этот круговорот взаимный, он у вас все равно даст вам рост. Самое главное знать, что приоритет – это минимально одна регистрация в день, да. Вот, самое важное. Если, конечно, данного приоритета не будет, то, может быть, рост у вас и уменьшится наоборот. То есть тут нужно понимать самое важное, что мы с вами сейчас идем на драгоценных директоров. Да, то есть у нас не цель там директор, мы хотим стать драгоценными директорами, мы хотим всей дружной компанией в 2018 году съездить куда-то там, да, то есть мы это узнаем, то есть в этом году Доминикана, в прошлом году Шри-Ланка, понятно, что в 2018 году на юбилей компании мы куда-то в крутое место тоже, наверное, полетим после юбилея, то есть простите, вот, далее. Значит, изюминку мы оставляем, много видео классных, крутых. Хочу сказать всем участникам изюминки спасибо, низкий вам поклон за то, что вы стали снимать ролики еще лучше, еще качественнее, чем ваши первые ролики. То есть вы не просто снимаете, вы понимаете, что ваши видео идут туда, куда они должны дойти, и это очень важно для бизнеса, да. Далее, и, конечно же, самый быстрый правильный ответ, мы убираем, но убираем мы по просьбе большинства из-за разной скорости интернета, потому что, да, сегодняшние денежки, ну, то есть это жалобы, да, были жалобы людей, и сегодняшние денежки мы с вами разыграем на изюминке 3, да, то есть вот эти вот 2500 рублей, которые мы дарили во время вебинара, мы будем разыгрывать на изюминке 3, то есть изюминка 3, да, у нас с вами получается прям вся в шоколаде. Во-первых, мы разыграем 5000 рублей между 5 участниками и по 500 рублей также между 5 участниками, и у нас с вами получается из 20 участников изюминки, да, у нас с вами получается будет 10 победителей. Да, я думаю, это круто. Так, по-моему, 26 у нас участников. Ну, практически каждый третий получается... 30, да, 30 участников, да, это получается каждый третий получит приз, да, то есть это, в принципе, хорошее соотношение, да, почти все. Вот. Ну что ж, есть проблемы, говорю. Есть у вас вопросы, дорогие коллеги? Так, 3-4. Анна, вопрос вверху. Вопрос вверху. Так, ну вопросы... Так, Аня, в email, Telegram для оповещения. Что это? Светочка, это будет в Telegram приходить заявочка на регистрацию. Все хорошо, просто заявочка будет еще в Телеграме отображаться. Скоро, да, скоро Коля нам все это расскажет. Я технически не совсем поняла, как это делается, но я точно знаю, что это умеет делать Антоха. Вот. А по роликам на YouTube можно ссылку еще раз. Так, ссылку на ролики на YouTube. Так. Ролики на YouTube, они на моем командном канале YouTube. То есть у нас с вами есть место, где мы все в кучку собираем. Так,
ролики от компании Фаберлик. Вот они у нас. Я копирую вам и сейчас высылаю повторно. Ну вот, да. Все, отлично. Так, поехали с вами. Значит, генератор чисел я уже набрала. Итак, сейчас я включу демонстрацию экрана. И мы с вами смотрим. Вот я открыла генератор чисел. При вас его перезагружу. Пожалуйста, проверяйте меня. Да, то есть при вас его перезагружаю. Это какой-то новенький. Я его набрала только что вот тут. Далее, значит, пойдемте с вами. Значит, у нас есть конкурс «Изюминка», и у нас есть конкурс «Скрины», «Скрины выплат». Грузим оба отдела. Значит, «Скрины выплат» у нас с вами 124 человека, и мы с вами выберем первых участников. Так, минутку, 123 у нас с вами, так, удалить. Так, перезагрузить. Вот, получается 123. На вот эту вот циферку я копирую. Открываю первый скрин. И пойдемте с вами. 5 чисел. Да, то есть 5. Вот видите, 5 случайных чисел. До 123. Почему-то не вставляется. Давайте вручную напишу. 123. Так, и исключить повторение. И давайте с вами будем генерировать. Так, значит, у нас с вами изюминка, да? Ой, нет, это скрины, да? Номер 26, 123, 48. 110 и 75. Ну, давайте самый первый, это 26. И будем с вами листать до 26. Да, вот смотрите, где я смотрю цифры. 6 и 123, да? Так, итак, кто у нас победил? Да, Черкасова Наталья Викторовна. Сейчас я запишу номер Наташи. Это номер 708-731. Поздравляю Наташеньку. 790. Черкасова Наталья. Если она на школе, нету, наверное, да, но Наталью мы все равно поздравляем. Так, молодцы. Итак, следующее. 120, нет, подождите, 48 следующее идет у нас. Так, ура, ура. Так, 48 у нас идет Цыпышев Владислав Николаевич. Так, номер 708. Владислава, поздравляем. 853. 334. Цыпышев. Ура! Далее у нас с вами идет номер 75, как вы помните, да? И поехали те смотреть с вами 75, кто у нас счастливчик. Четыре, та-да-дам, пять. Так, Ласточкина Лариса Ивановна. Ласточкина Лариса Ивановна. Номер записываю очень внимательно. Поздравляю, поздравляю. 708-759-212 Ласточкина. Лариса.
Так, следующее это 110. Кто у нас 110? Все уже, наверное, себя посмотрели, кто выиграл, кто не выиграл, да? Так, Тараканова Виктория Игоревна. Ага, Викуся, это моя личная группа как раз. Так, Викуля, поздравляю тебя. Так, значит, 708, 775, 065, Тараканова. Тараканова Виктория. И последний номер, это у нас 123. Самый последний в списке. Ну вот, кто у нас так? Минутку. Перелистала, да? 123 и 123. Это Чернышова Рима Игоревна. Так, это рек номер 707 272 487. Чернышова Римма. Ну что ж, дорогие, я вас поздравляю с выигрышем. Эти 5 человек по скринам, конечно же, обязательно высылайте мне свои фотографии. Очень вас прошу их выслать мне сейчас в личку. Как только вы вышлете свои фотографии мне в личку, мы вам сразу же переведем призы. Итак, значит, первый конкурс у нас окончен. И второй конкурс у нас, как вы видите, 30 участников на конкурс «Изюминка». Да, и мы с вами снова идем в генератор чисел. Да, то есть я его сейчас перезагружу и выберу 10 человек. Да, как мы с вами понимаем, первые люди будут у нас получать по 1000 рублей, первые 5, а вторые 5 по 500 рублей. Да, то есть вот таким вот образом. Значит, давайте я исключу повторение, и мы с вами выберем именно до 30. Да, ну что ж, давайте, 3-4, та-да-да-дан. Так, значит, 1000 рублей, записываю номер 7, 22, 28 и 16. И 500 рублей записываю, это у нас получается 4, 14, 28, 6 и 15. Ну все. Счастливчиков, поздравляю всех. Сейчас будем выяснять, кто же это. Так, 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 так. Так, 1000 рублей. Так, 7. Светлана Павлова. Светочка, не первый раз. Жду твою фотографию. Светлана Павлова. Поздравляю. Так, номер 22. Смотрим, кто у нас под номером 22. Вероника Тузикова тоже уже не первый раз выигрывает. Вероника Тузикова, поздравляю. Так, номер 20. Екатерина Третьякова. Так, номер 8. Так, Татьяна Гартингер. Только что ее поздравляли, да? Везде успела Танюшка. И подтвердиться, и премию получить, и видео снять, и в конкурсе победить. Гартингер. Татьяна Гартингер. И 16-е. Кто у нас там? Светлана Горбаченко. Ну что ж, поздравляем и пойдемте смотреть призеров по 500 рублей. Это 4-е. Это София Бутрим. София, поздравляю.
София Бутрим. Так, 14-е это у нас получается Елена Бондарева. Елена тоже уже, по-моему, третий раз выигрывает. Елена Бондарева. 28. Так, так, так. Наталья Сидорчук. Наташечка, очень за тебя рада. Первый раз поучаствовала и сразу выигрыш. Наталья Сидорчук. И так, цифра 6. Кто у нас по цифре 6? Так, Нина Рябова. Так, Нина Рябова. И по цифре 15 у нас с вами Татьяна Лебедева. Как вы видите, конкурс полноценен для всех, и для директоров проекта, и для новичков. То есть изюминка, она работает для всех. Без разницы, в каком вы звании, самое главное, что вы в структуре Кононовых. Да, все, больше никаких преград нет. Самое главное, чтобы вы были именно в структуре Кононовых. Все. Ну что ж, поехалите с вами обратно на презентацию. Да, то есть я вас всех поздравляю. Вы огромные молодцы, да, то есть все ли мы с вами разыграли? По-моему, все, да? Так, правильные ответы разыграли. Да, правильные ответы разыграли. Обязательно всех победителей прошу выслать мне в личку в скайпе свои фотографии. Сразу же, как только вы вышлите свои фотографии, обязательно пишите, что, допустим, вы выиграли в изюминке, вы выиграли в скринах и так далее. Прошу вас помечать, да, наши дорогие 15 призеров, да, как видите, сегодня 15 разных призеров, 15 человек получают свои призы, вот, и также обязательно пишите свой регистрационный номер, потому что, допустим, у меня, вот, да, 500 рублей, допустим, выиграла Елена Бондарева. Я вам честно скажу, конечно, надо, да, то есть я вам честно скажу, что Бондаревых у меня около 30 человек в структуре, да, и если я нечаянно отправлю не туда деньги, то, ну, просто будет смешно, да, поэтому я обязательно жду особенно выигравших по изюминке, очень-очень жду вас, потому что без ваших рекнумеров мы постараемся не переводить денежки, да, то есть я знаю номер Вероники, Светы Тузиковой, да, то есть, ну, как бы все равно отпишитесь, фотографию свою скиньте мне, пожалуйста. Вот, мы вас поздравим по чатам, то, что вы такие молодцы, и ролики снимаете, и на планерке ходите, да, и участвуете в розыгрышах, да. Ну что ж, всех поздравляю, 15 призеров, огромные молодцы, жду вашу фотографию в личку, да, и, конечно же, дорогая моя команда, огромное вам спасибо за такой огромнейший рот, за такие классные, позитивные, да, отзывы, за такие классные конкурсы, которые вы поддерживаете. И помните всегда, ваши директора с вами рядом. Даже если они вам 7 минут на не ответили, а ответили на следующий день, ничего страшного, может быть, они просто поехали в парк поиграть со своим малышом, да, вот. Поэтому ждите, вам, ваши директора всегда с вами рядом, да, и если, конечно, в течение суток ваш директор вам не ответил на ваш вопрос, то обязательно пишите мне, да, мой скайп, вы знаете, он вверху в черной полосочке, да, как вы видите, над моей фотографией так и подписано, что скайп Анна198 5 троечек. Пожалуйста, находите. Всех вас поздравляю. Опять просидели с вами 1,5 часа. Меньше мы с вами сидеть не можем. Вот. Вам спасибо за веру в нас. Ведь именно вы даете нам вдохновение. Ну что ж.
Всех целую, всех поздравляю, желаю всем огромного роста. Я знаю, что мы с вами можем сделать более чем 20 тысяч баллов прироста, и вы огромные молодцы, и вы идете, да, то есть, конечно, в этом периоде нужно много рекрутировать для того, чтобы был задел на двухнедельный период. Следующий каталог у нас двухнедельный, это значит, что, конечно же, львиная доля упадет на директоров, да, то есть директора в начале периода только разошлют письма. Автоинформер только обзвонит тех, кто «Здравствуйте, начался каталог», а как уже в конце недели, да, за неделю до конца каталога мы с вами будем отрабатывать неоплаченные заказы, предупреждать всех, кто, чтобы не слетел с акции и так далее, и так далее. Конечно, нужно запастись трудолюбием и терпением на второй период, так как очень часто и очень много раз происходит такое, что новички слетают с пятого шага стартовой программы, да, или у них сгорают бонусы по программе Фаберлик Клуб, и они кричат и требуют их вернуть, да, просто не заметив, что каталог 2 недели вместо 3, да, понимаете? Вот, поэтому мы с вами должны быть ответственны и, конечно же, хранить позитив и веру в компанию с первых шагов новичков, со стартовой программы, с программы Фаберлик Клуб, да, то есть о каждом позаботиться, и у вас будет все здорово, да. То же самое, если вы видите в пятницу, что у новичка сделано 45 баллов, и он на 9%, и если вы ему не отпишетесь, то понятно, что он свою объемную скидку не получит. Да? Очень часто бывает такое, что бывает возврат по структуре, да, там какую-то кофточку они вернулись, они сделали заказ на 50 баллов, а там баллов 15 минусовалось за кофточку из прошлого периода. Да, то есть всякое бывает, поэтому следите за своими новичками, переживайте за своих новичков, чтобы и у вас, и у них все было хорошо, чтобы вам рослось с позитивом. Ну что ж, всех поздравляю, все молодцы, всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Жду встречи на мини-ассамблее, на ассамблее, жду встречи с вами в Доминикане. А потом, значит, мы поедем, после Доминиканы мы поедем в Казань. В Казань мы едем в декабре на форум в Казань, именно в Казань. Вот, кому близко, очень-очень вас прошу, приедьте ко мне, пожалуйста, там будет Коля, будем мы. Вот, очень вас зову. И потом в январе в Казахстан мы прилетим. Вот. Поэтому, да, Казань и Казахстан мы этой осенью выбрали. Поэтому будем очень-очень рады вас увидеть. Казань рядом, да, буду очень рада вас видеть, собирайте своих новичков, там билеты не 5000, да, как ассамблея, там билет всего 500 рублей, но честное слово, я вам говорю, что подарки дарятся дороже, чем 500 рублей, да, то есть вы будете в плюсе, и это серьезно. Ну что ж, все, теперь точно пока. Екатеринбург, Светочка, пока нет, пока не поеду. Вот, нам именно нужно в Казань, ну, как бы, как сказать, скажу вам правду, в Казань мы выбрали форум в Казани не потому, что, да, она ближе, да, а потому что там есть центр, в котором мы будем младшую дочку пролечивать, да, платный хороший центр, нам, у нас, как сказать, отставание в развитии речи, ребенок говорит не столько слов, сколько нужно, да, и там есть платный хороший центр в Казани, мы ее повезем лечить в Казань и заодно повидаемся с вами, потому что мы там будем долго, дней 15, да, и, конечно же, сходим на форум, да, поедем мы вместе с нашей нянечкой, нянечка, конечно, очень обрадовалась, что она поедет в Казань, она в восторге, она ждет, да, потому что там и крутой аквапарк, который мы посетим, конечно же, я вас жду в аквапарке тоже, там крутые... А я точно знаю, что там крутой зоопарк, мне кто-то говорил, но я в нем так и не побывала. Обязательно везде побываю нашей дружной командой. И, конечно же, в Казани 6 ноября моя старшая дочка тоже от безвыходности вот отмечает свой день рождения, свои 17 лет. Поэтому такая вот плотная у нас поездочка, несколько праздников вместе, плюс форум, плюс день рождения дочери и плюс, конечно же, я пролечу свою младшую малышню.
Да, очень красивый город. Да, я в нем уже была не один раз. И вы знаете, я очень-очень рада. Поэтому пока что я лечу свою дочку одновременно с работой. И мне бы очень хотелось, конечно, побывать именно в центре в Казани. Вот. А в Екатеринбург я подумаю, конечно, может быть, я съезжу летом или осенью туда на форум. Форумов много, списки форумов у меня все есть. И вы знаете, я бы с удовольствием попутешествовала. Леночка, в Казахстане я не подскажу, Коля знает, он сказал, я еду в январе, ты поедешь? Я говорю, да, у меня в Казахстане два директора, я хочу ехать туда. Алматы, да? Вот, Антох, спасибо большое. Да, то есть такая вот у нас будет дружная компания. Лен, если тебе близко, ты не пожалеешь, что ты побывала в новой стране. Ты не пожалеешь. Я думаю, что тебе самой безумно понравится. Да. Да, то есть кто недалеко, да, кому там, извините меня, там 5, там 15 часов на поезде до Казани, мы вас с Колей очень ждем в Казани. Приезжайте. Ирина Тихонова тоже на свой форум не поехала, а поехала на форум, где были мы и где была ее директор Ириночка Николаева. Вот, Танюша, кстати, мы с Танюшей в Новосибирске уже встречались, Татьяна Деженкова. Да, буду очень рада увидеться еще раз. Да, смотрите, смотрите. Ну что ж, еще раз всем пока-пока. Прогнозы я вам все рассказала на планерочке. Да, буду очень-очень-очень-очень-очень рада вас видеть. У кого получится, конечно же, приезжайте. Ну что ж, все, ставлю.